предрассветной тишине раннего утра вены тянутся руками к лучам долгожданного солнца. Торжественно и тихо звучат слова заклинания старейшин рода. И с первыми лучами небесного светила у всех присутствующих от кончиков, сложенных треугольником пальцев рук и по всему телу, разносится живительное тепло и энергия. В этот момент рождается новое солнце и начинается новый жизненный цикл. Нёльтенка нямхин, нёльтенка гарпанне, налимуттики, нямхив барыли, вгльтики, нёльтенкангат, гарпанне, нямике, 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 нёльтенкангат, гарпанне, нямике, Нямике, нёльтенкангат, гарпанне, муттуку, муттики, аюбули, нямхивбули, нихивбули, айчтагаттат, хиндук, хихурульхи, аюгахчаддап, нянинти кумнили, айбудан, Кинкимургамбудан, Нямхивбудан, Нёльтенкангат, Нямике, Нямике, Нямике. Ихоханде, Ихоханде, Буниканна, Буниканна, Галла, 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 Уррунчиникан, Уррунчиникан, Хэджангалла, Хэджангалла, Ихата, Ихата, Будьте здоровы, благополучия, всем здравия, растите детей, приумножайте свое семейство и поддерживайте, самое главное, нашу молодежь. Действительно, очень рад, что среди нас есть молодые, именно перспективные, которые дальше подхватят, закружатся в ритме нашего кругового танца хэдя. Аймахан билды, ибгы билды, кинкимыргыл кам билды.
Каждый год в дни летнего солнцестояния все Эвены отмечают один из главных обрядовых праздников Эвенек – встречают Новый год и новое солнце. Этот день особенно любим и важен для всех нас. С этого утра начинается отсчет нового круговорота жизни. На специально выбранном поле Кунтек встречаются сородичи, чтобы провести традиционные обряды, пройтись крепко держась за руки в ритме старинного хеджа, повторяя за запевалой древний напев. Следуя традиции, эвены, живущие в городе Якутске, каждый год проводят обрядовый праздник встречи Нового года Эвенек. В этом году праздник посвящен Году труда в Российской Федерации, Году педагога-наставника в Республике Саха-Якутия и 90-летию славной дочери эвенского народа Евдокии Николаевны Боковой. Торжественная часть праздника началась с парада участников. По прогнозу погоды в этот день обещали дождь. Но как только началась церемония, распогодилось и даже выглянуло из-за облаков солнце. Казалось, сама природа с радостью встречает своих детей. Праздник открывает заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Максим Ильич Дюркин, старейшина эвенского народа, старейшина рода Дюркин. После поднятия флага зазвучал гимн Ассоциации коренных малочисленных народов Севера. Приветственным словом выступил президент нашей ассоциации, общественный и политический деятель, народный писатель Якутии Андрей Васильевич Кривошапкин. В своем выступлении он подчеркнул то, что сегодня важно всем быть вместе, поддерживать друг друга в непростое время, хранить заветы предков и напутствовал присутствующих на добрые дела. Теплыми словами пожеланий добра и благоденствия выступила народный депутат Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Елена Христофоровна Галамарева. Мы сегодня можем говорить, все коренные малочисленные народы Республики Саха-Якутия, благодаря поддержке наших глав республики Вячеслава Анатольевича Штурова, Егора Афанасьевича Борисова, Арсена Сергеевича Николаева, основали такое законодательство благодаря нашим лидерам Андрею Васильевичу Кривошапкину, от всех народов лидеров, такую законодательную базу, о которой в эти дни говорили, что у нас в Якутии самое передовое законодательство. Давайте мы поблагодарим наших лидеров, вспомним их имена и, конечно, тех людей, которые сегодня отстаивают эти сложные, очень сложные вопросы на уровне федеральных, региональных, разных структур. Мы в эти дни участвовали в форуме, в первом форуме женщин Севера. И знаете, под свое крыло наше объединение, вот женщин Севера взяла на себя Валентина Ивановна Матвиенко. И ее слова, какие женщины, сильные женщины Севера, как они вот умудренной жизнью они живут, сохраняют тот мир, который нужен для будущих поколений. И вот об этом Любовь Викторовна, вице-президент, скажет. Но я была очень горда тем, что мы, Якутия, наши женщины представили
очень интересные выступления, которые будут полезны всем регионам. Ну и в этот торжественный для всех день я хочу сказать, в Жиганском районе мы готовим вот за эти два месяца большое совещание по вопросам рыболовства с участием Федерального агентства по вопросам национальностей, Федерального агентства рыболовства. Вопросы, которые вот долго-долго обсуждали, ну, надеемся найти точку. И готовим, значит, в Анабарском улусе, учитывая то, что в этом районе много семей молодых, которые кочуют вот за эти годы, всего это добились. Заработная плата оленеводов достигла от 70 до 80 тысяч рублей, чего раньше и не могли говорить. В 2013 году оленеводы наши получали 7-8 тысяч рублей в месяц, месячная зарплата была. И вот до такого уровня довели. Но это очень большая, кропотливая, невидимая глазу и необсуждаемая в больших кругах вопросы, которыми мы занимались за эти годы. Я вот, проезжая все свои улусы, округ свой, была счастлива итогом своей работы, 15-летней работы. И в этот прекрасный, очень такой ласковый, можно сказать, и дождик есть в Богоденствии, и солнце. И солнце вы встречали сегодня. Мы говорим, что все невзгоды мы преодолеем. Заместитель министра по делам Арктики и вопросам коренных народов Севера Республики Саха-Якутия Михаил Александрович Погодаев обратился с приветствием к сородичам на родном языке и в своем выступлении подчеркнул важность сохранения родного языка, культуры и поблагодарил всех за работу. В Республике Саха-Якутия государство уделяет большое внимание вопросам развития коренных малочисленных народов Севера, развитию Арктики. Наша республика, как уже было сказано, является лидирующим регионом в сфере законодательства, в сфере государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера. Поэтому, в принципе, мы должны говорить о том, что живем мы неплохо, живем мы хорошо, и так и должно быть. Мы должны дальше развиваться, дальше работать, идти вперед и развивать свой собственный народ, развивать все народы нашей республики, развивать в целом нашу родную Якутию, Республику Саха, и вместе с другими народами дружно созидать и работать во благо будущего наших детей. Наши народы вообще, северные народы, они отличаются особой жизнестойкостью, особой жизнеспособностью. Вот сейчас началось лето, пробуждение природы, и хочется пожелать вам благосостояния, благополучия вашим семьям, чтобы венский народ, все наши коренные малочисленные народы Севера стали многочисленными, процветали, чтобы наши олени плодились, чтобы их было больше, чтобы у всех у вас было счастье. И в этот праздник хочется пожелать всем радости, общения, встречи с друзьями, всего самого наилучшего. Рэйнэнгэмут аймакань. Удандабиден, аймакань, бакалдадиб, икэдиб, хэдидиб, эсчиметчиб, вигуногденагденагскэрам. Председатель Комитета общественной палаты Сергей Августович Сюльский поздравил своих земляков с Авинеком и с Днем России. В этом году вот этот национальный праздник посвящен юбилею нашей момского уроженки, момского улуса, Эдакии Николаевны Боковой. Мы хотели бы подчеркнуть, что Эвдокия Николаевна является, конечно, примером для подрастающего поколения своих сородичей, как она относится к своей работе, педагогическому труду. Она является руководителем этно-танцевального ансамбля, художественного ансамбля «Удин», который является непременным участником всех районных и поселковых мероприятий. Вот. Является лауреатом многих фестивалей, конкурсов. И вот это все плоды труда Евдокии Николаевны.
Почетная грамота Общественной палаты Республики Саха-Якутия за добросовестный труд, личный вклад в воспитание подрастающего поколения, за большой вклад в развитие гражданского общества в Республике Саха-Якутия и в связи с 90-летием со дня рождения вручается Боковой Евдокии Николаевне, заслуженному учителю Республики Саха-Якутия, отличнику народного образования РСФСР, отличнику культуры Республики Саха-Якутия, члену Союза писателей Российской Федерации, почетному гражданину Аллайховского и Момского улусов. Наша общественная организация «Союз эвенов Республики Саха-Якутия» объединяет всех эвенов, живущих в Якутии. Основной целью Союза является сохранение родного языка, культуры. И в день праздника подводятся итоги работы, вручаются заслуженные награды и благодарности сородичам. Ибгас бидете бидешен, аялкан, нисалкан, юлялкан бидешен, югатта. Также традиционно в этот день вручается именная стипендия лучшему студенту года. В этом году им стал магистрант Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Мосова Тимур Кривошапкин. Стипендию учредила кочевая семейно-родовая община эвенского народа имени Петра Егоровича Погодаева, лучшая трудовая династия республики этого года. В урочное время после торжественной части старейшина эвенского народа Максим Милищ Дудкин уводит всех присутствующих на обрядовое поле. Здесь мы все становимся участниками главных обрядов Уледек и Делбурге. Эти обряды пришли к нам из далекого прошлого. Во все времена каждый эвен с уважением и почтением относился к духовному составляющему истории своего народа, главными заповедями которого были доброта, искренность и чистота помыслов, любовь и уважение к своей земле, к людям и к животным. Эвены всегда жили в гармонии с окружающим миром и с самим собой, следуя незыблемым правилам этикета жизни в тайге. После того, как все гости и участники прошли обряд очищения и благословления, загадали желание и завязали ленточку Делбурге, настает один из самых долгожданных моментов праздника – обрядовый хороводный танец Хеде. Он символизирует собой круговорот жизни на земле. Таинственные слова особым образом действуют на танцующих в одном круге людей. Умелый и опытный запевала может завлечь за собой в неведомые дали и привести обратно. С медленного раскачивания и запева начинается танец. Все убыстряется тем, и уже в едином порыве кружатся люди. После сытного угощения начинаются заявленные конкурсы праздника. Это традиционный конкурс чтецов среди самых маленьких участников. В этом году они бойко читают стихи нашей Евдокии Николаевны Боковой на родном языке. Роль женщины невозможно переоценить. Именно на хрупких плечах северных женщин-хозяек держится быт и обустройство жизни в тайге и в тундре. Конкурс «Аси Илумунгарини» – это демонстрация умений и талантов наших северянок.
Праздник продолжается. Люди после долгой и холодной зимы вдоволь общаются, обмениваются новостями, радуются встрече. Молодежь соревнуется в силе и ловкости. Это бег по пересеченной местности, борьба и метание аркана. В соревнованиях на звание абсолютного чемпиона Венека побеждает потомственный оленевод Дмитрий Бурсов из Ламанхинского наслега. Завершается праздник большим концертом. Звучат песни популярных авторов-исполнителей, в красивых танцах кружатся девушки. Венек завершается. С Новым годом, сородичи, с новым солнцем. Аймакан Абгар Айч Билде. Рак Ангантан Абгар Ректорду Чакарджул Мен Эгдинеку Эвинеку Багалдаурар. Бактандалами Мен Айул Эвиди Айутеттиджул Няна Аймакан Эрникен Эмниджилле Джабул Гянулбул Баккарар бакал тад хойруктин батта эрек бакачен хоай эмбган билде жалты эдутту жилас хойя бакал дашип эрек бакачен муту мутте эгжен эгни хэнгарин барган бугран эгейн мут эгина кай мекан эрекан бакал да батта эмбган билде жилкан билде нехалкан билде мандулда